Здравствуйте, помогите народному депутату пройти. Зачем ты мешаешь мне? Зачем ты его поднимаешь? Потому что вот тут ребят. А если же Что делать? Что делать? Сегодня я хочу зафиксировать на камеры. Проходит жесткое нарушение Конституции и прав граждан, в первую очередь Одессы и одесситов. Сегодня в городской совет не пустили народного депутата, его помощников. Побила муниципального арта, народного депутата, помощника народного депутата. Полиция в данном случае пока способствует правонарушению во главе с монастырским Денисом Анатольевичем, который крышует весь этот полицейский беспредел. Труханов сегодня с Байдарин, с Брюзнаком снова дерибанят земли одесситов. Либо почему им надо была такая охрана, такое противостояние, чтобы СМИ не пришли, чтобы журналисты не пришли, чтобы народный депутат не зашел, потому что они воруют на каждой земельной комиссии нашу с вами землю, наши с вами санатории.